Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня, как и обещала, буду делать стемпинг-лак на свои ногти, которые я сделала. Так, тут у меня всякие эти штампики. Сейчас возьмем эту коробочку, посмотрим. Так. Так. Тут я немножечко уже все приготавливаю, что мне надо. Вот. Так, что мне еще нужно? Так, здесь у меня пластиночки лежат. Сейчас мы посмотрим, какие. Я, правда, не знаю даже, что бы я хотела бы. Да? А, здесь у меня всякие такие. И Born Pretty, и... Ну, в общем, разные всякие. Можно будет посмотреть, что у меня здесь есть. Еще у меня вот в этой вот есть тоже органайзер такой, да. Здесь тоже куча пластинок. Как-то я обзор, по-моему, делала. Где-то у меня есть. Ну, я возьму, наверное, вот эти сейчас, вот эту коробку. Здесь очень много разных. Так, потом мне надо будет стемпинг-лак достать. Ну, в общем, сейчас все буду делать. Погодка у нас сегодня солнечная. Птички чирикают, поют классно. И настроение хорошее, позитивное. Вот стемпинг-лаки мои. Сейчас будем думать, каким мне сделать. Так, ну я думаю, если у меня такой оранжевато-розовый лак, да, тогда мне, наверное, даже прям не знаю, что мне сделать, какой цвет. Ну, сейчас подумаю. Так, выберем штампик. Штампиков тоже целая кучка. Видите, разные. Тут коробки надо поубирать, эти пустые. Вот. Хорошие штампики. Я одно время выписывала. Прям, ну, в общем, хотелось мне, чтобы у меня разные были. В общем, выбрала я вот такие вот два лака. Вот это у нас Monte Dionis, по-моему. Да, Monte Dionis. Правильно говорю, но я думаю, что правильно. Вот. Вот такой цвет, да. Я думаю, что на этот цвет. Ну, в общем, попробуем. Как получится, так и получится, да. С пластиночками я еще не определилась. Но я вот Born Pretty все-таки хочу, да. Сейчас посмотрим, какие. Не знаю. Интересные рисунки, конечно. Многие я еще не использовала. Вот. Сейчас я подумаю, что мне сделать. И потом вам буду показывать, что я выбрала. Вот эти вот интересные. Наверное, вот из этого что-то я возьму. Цветовая гамма. Цветочки здесь интересные. Да, можно подумать. Вот эту я откладываю. Прямо она мне нравится. Потом я взяла вот такие штампики. Born Pretty. Да, это для меня это самые лучшие, кстати. Вот они вот эти, а вот такие вот. Самые лучшие. Классные вообще они. Вот штампики, ой. Так, и вот этот Born Pretty тоже хороший. Что-то они мне больше всего нравятся, потому что они берут хорошо краску. И вот эти вот скоблить, которые спонжик или как правильно там называть. В общем, вот такая штучка у меня есть еще. Захватывать ваточку очень удобно. Раз, так вот видите. Раз, и все протираешь. Не надо руками там в ацетон. Очень удобная штука. Тоже советую, если у кого нет. Так, ну, подумаю сейчас, да, посмотрю. Мне она очень понравилась. Классная, кстати, вот эта пластинка. Так, номер у нее вот такой вот, смотрите. Born Pretty. Да я в прошлом году ее выписывала. Она мне не такая новая, но она классная. Сейчас мы ее протрем. Так вот беру. Да. Аккуратненько так знаю. И ацетончиком. Так. Ацетончиком, чтобы она такая чистенькая была. Тогда она будет лучше, ну, как бы, штампик будет лучше брать. Вот. Моя мысль. Много слишком налила, но ничего страшного. Сейчас вот так немножко. Угу. Хорошая пластиночка. Сейчас только я не знаю, как
меня возьмет, не возьмет, это вот это вот Монтадионос, потому что он очень густой, знаете, этот лак, он не на все пластинки идет. Но мы попробуем, если что. Мне еще тут одна пластинка понравилась. Так, где она у меня? В общем, я ее потеряла. Ладно, потом посмотрим. Мне еще понравилась вот эта пластиночка. Вот про нее я говорила. Вот эта. Очень классно. Рисунки здесь классные. Так, ну что, я хочу тоже ее попробовать. Может быть, даже вот эту лучше. Будет интереснее. Рисуночки покрупнее, чем вот эту. Может быть, даже, правда, действительно. Давайте, наверное, вот эту. Что я боюсь, что вот на этой мелкой вот этот лак, он не идет. Это такой, как капризный лак, он не на все пластиночки идет. Так, все, я протираю. Так, ну что, давайте попробуем, да? Так, штампик я, наверное, вот этот возьму. Все его липучечкой хорошо сделала, все. Давно лаки стояли, не пробовала, не пользовалась. Вау, засох. Вау, густой, видите, какой. В общем, может быть проблема с этим лаком, но я попробую. Что страшного? Он красивый, да, он такой роза, такой цвет интересный, розовый. Так, ну и что мне сделать? Какие мне рисунки сделать? Может быть, на конце просто только вот так? Или это будет обрубленный? Или вот эту вот, как корона идет, да, вот такая вот. Что же лучше сделать? Или вот такой рисунок. Это тоже интересно. Даже вот этот, наверное, я сделала. Или вот этот вот. Слушайте, я все хочу. Ой. Давайте вот этот сделаем, да? Попробуем. Что получится? Если не получится, так не получится. Не знаю. Кисточка засохла. Кисточка такая не очень хорошая. Видите, давно стоит уже. Ну, в общем, вы меня это не ругайте, если у меня что-то не получится, да? Хорошо. Так. Вроде как перенесся, да? Вот. Ну, сейчас будем смотреть, что у меня тут. Ну, вроде что-то получилось. Вроде что-то получилось. Так, немножечко так. Ну, ничего, пойдет. Ну, если мне что-то не понравится, я потом просто уберу, переделаю. Хотя пускай так. Сразу немножечко вот так прижать. Я думаю, неплохо. У нас птички поют, так классно. Так, ну ничего, да? Вроде как ничего. Так, видите, получилось. Так, ну что еще мы сделаем? Можно вот этот рисунок. Но мне надо сначала стереть. Так, у меня хоть там записывает. А то, знаете, бывает, что начинаешь что-то делать, а она ничего не пишет. Видите, как классно вот это. Вот. Не надо руками там что-то делать. Да? Классно же. Софийка там наша. Так, все. Мне так нравится. Ну, хороший лак. Вообще, Монтадионос хороший. Ну, как сказать. Ну, классные лаки, да, Монтадионос. Так, вот эту, наверное, сделаю. Эту я тут берчу-кручу. Так.
Начнем. Давно не делала. Так, так, так. Но кисточка конкретно прям, ну, как застыла. Самое главное, что лак берет. Вот он берет на, более на крупный. На мелкий он не очень-то берет. Вот. Так. Так. Это я что, опять такой же делаю или нет? Нет, другой. Так, немножко я его стерла, по-моему. И что мне нравится, этот лак, он долго не сохнет. С ним можно работать классно. Да? Вот. Вот, смотрите. Неплохо, да. Хорошо, что получается. Неплохо получается. Красиво. Очень даже красиво. Так. Давно, правда, не делала. Боялась, что не получится. Но слава богу, что все получается. Так, ну интересно, да. А сюда я, наверное... Не, розовый я не буду, вот этот пинкой. Что-то я его не хочу. Я все-таки это буду делать. Сейчас я вытеру еще раз пластиночку. Да, хорошая пластиночка. Вот эта штука удобная. И мы сейчас сделаем разные рисунки. Видите, я делаю. Не хочу одинаково делать. Мне хочется все разное. Здесь, наверное, вот этот сделаю, да? Или вот эти листики. Вот этот вот. Давайте вот этот. Так. Подтереть, чтобы, ну, как бы так лучше. Так, все. Делаем, да? Пахнет, конечно, этот лак. Такой запашистый. Я его выписывала на сайте. На официальном сайте Monte Dionis, да? Так. Вот. Так. Так, надо как-то так пристроить. Кошка у меня и вякает, и вякает, и вякает. Что ей надо? Сама не знаю. И она сама не знает, что она хочет. Котяткам залазить может спокойно. Что-то вякает и вякает. Не знаю, что ей нужно. Почему так? Потом топом покрою. Немножко пальчиком. Ну, не знаю, может быть, вот так просто открытый лучше. Ну, тоже можно походить, потом это, убрать, что-то другое сделать. Так, ну что? Дальше, да? Сейчас я убираю это. Вот смотрите, как классно, да? Не надо руками там лазить, вытирать, портить руки. Это тоже не очень хорошо с тоном. Бесконечно он это... Так, ну что еще сделать? Какой рисуночек? Так, сейчас немножко протру. Так, теперь я, наверное, на этот пальчик сделаю вот этот вот рисунок. Вообще-то он у меня уже был. Нет, давайте другой, наверное, вот этот вот. Видите, как долго можно? Не надо торопиться. Такой лак классный. Берется хорошо, да? Вообще, знаете, с Born Pretty пластиночки, да? Вообще, в основном, классно берутся это, как сказать, лаки. И Monte Dionis работает с Born Pretty отлично. Я вот уже убедилась много раз. Просто отлично.
Допустим, другие, да, быстро сохнут, и невозможно за ними угнаться. Сразу, как только ты сделал, надо тут же. Вот. Тут этот классный лак, он такой густенький, как сказать, ну, хорошо его видно, качество хорошее. Выписывала с сайта где-то года два назад, наверное. Ну, вот так. И у нас большой палец остался. Сейчас я это уберу. Видите, как классно? Надо руками. Раньше я руками это все терла. Зачем, сама не знаю. Да? Руки в ацетоне тоже не очень-то хорошо. Эта штучка классная. На Алиэкспрессе я ее выписывала. У меня, по-моему, где-то ссылочка есть. Посмотрите в моих видео. Там, где раньше маникюры я делала. Так. Хорошая пластинка. Так, номер у нее какой? Ну, потом я вам скажу. Так, какой мне рисунок сделать? На большой палец. Так, даже не знаю, мушки летают. Мушки летают. Вот этот, наверное, да? Вообще он у меня уже был. Так, иди отсюда. Иди отсюда. Так, какой? Хочу разное. Вот этот, наверное, вот этого не было. Давайте вот этот сделаем. Он был. Нет, не был. Вот этот вот. Да, густенький такой. Ну, хороший. Так. Это надо снимать вот так, да? Несколько раз, чтобы он такой четкий был, да? Так, где моя это? Я ее... Так, раз, видите, классно берет, классно. Прям нравится. Так. Как раз. Ну, ногти у меня короткие, мне как раз. Видите. Как раз. Не надо ничего переделывать, четко все подходит. Нравится. Ой, котятки пищат наши. Да, мне написали, что подложите котят другой кошки. Да, я, знаете, я об этом думала. Ну, там котята возрастом побольше, да. Вот, и они будут обижать маленьких, потому что те уже бегают, скачут там. Ну, в общем, вот так как-то. Да? Неплохо, да, получается. Неплохо. Вот, теперь эту руку мне надо сделать. Эту я сделала, да, отличненько все. Все супер. Все супер-пупер получилось. Так, вот тут немножко что-то прилипло. Пока вы лаком не покрыли, вы можете подделать, убрать, если что-то не нравится. Так, ну ладно, да. Так. Эту руку тоже буду делать. Или не надо одну сделать без вас. Ладно, я, наверное, больше делать не буду. Знаете, как сказать, там долгое видео будет. Я считаю, что я без вас сделаю, да, наверное. Потому что это, да, долгое очень будет видео. Хорошо наносится, легко. Торцы обязательно тоже надо закрывать. В общем, надоест мне дизайн этот, через недельку я сделаю что-то другое, уберу это. А если говорю с лампой, то уже все. Вот, видите, как здорово. Очень классно. Он блеск дает. Вообще, у меня тоже где-то, посмотрите, на моих видео есть и ссылочка на этот Born Pretty, который сохнет на воздухе. И он долго носится. Блеск очень хороший. В общем, хороший, нравится мне. Он такой бюджетный, недорогой. Вот. Вторую ручку сейчас я тоже покрою. Да, я забыла еще сказать, надо покрывать на два раза. Вот я на раз покрыла, да, сейчас я еще на два раза буду покрывать, потому что сейчас немножко подсохнет.
Ну, неплохо получилось, я думаю, неплохо. В общем, хороший, хороший вот этот Bon Pretty. Я не знаю, только сейчас они есть на Алиэкспресс. Нет, и вот это вот тоже очень хорошее. Прям советую. Видите, я тут пробничек сделала. Потому что у него очень лак хороший. Такой, знаете, если вот другие, вот Bon Pretty тоже хороший. А другие какие-то жидковатые, но они сохнут быстро, с ними мука. А с этим классно. Так, сейчас подсох. Сейчас нанесу второй раз. Так, ну что, друзья, смотрите. Вот я сделала. Сейчас я маслицем помажу. Вот такие вот у меня ноготочки получились. Вот. Делала я пластиночкой вот такой вот Bon Pretty BR-L008. Это пластиночка. Очень красивые рисунки. Очень понравились они мне. Так, использовала вот этот лак. Очень хороший, тоже уже говорила. Mondo Dionis. Делала вот такой топ Bon Pretty, который держится где-то недели две. Потом можно его даже убрать. Ему ничего не делается. Он классный вообще. Надоест дизайн. Вы раз убрали и другое что-то сделали. Это очень важно тоже. Так, сейчас я маслицем помажу. Так. Кутикулу обязательно надо. Вчера я тоже делала, но каждый раз, сегодня же я же по-новому все делала. Поэтому. Вот. Такой запах такой приятный, ягодный. Прелесть. Так вот. Надоест мне, да, я уберу и другой дизайн сделаю. И будет мне счастье. Вот, с ноготочками, с такими. Прелесть, да? Давно маникюрчики уже не показывала вам. Думаю, что я буду почаще это делать, потому что нравятся многим мои маникюры. Меня просят, чтоб я делала. Ну, вот, смотрите. Я думаю, что неплохо получилось. Не скажу прям, да. Но всегда была с длинными ногтями. Но сами понимаете, работы дома много. Хобби мое не позволяет мне сейчас длинные ногти иметь. Такая красота. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья, на канале «Мои хобби».